Приветствую вас. Речь идет, на мой взгляд, о том, что вам не хватает ощущения того, что вы значимы. Я так вот думаю, что вот, ну, не хватает вам этого ощущения. Что вы значимы, что вы ценны, не хватает вам ощущения, что вы, ну, что вы, грубо говоря, чувствуете себя женщиной, вот. То есть этого очень мало, видимо, у вас со своим мужчиной. Вот именно, именно вот со своей мужчиной. Вы этого прочувствовать не можете. У вас не получается. Ну, ну, как мне кажется. Как мне кажется. По крайней мере. Вот. И, соответственно, отсюда такая тоска по другим партнерам, которые вам когда-то нравились. То есть они вам дают почувствовать себя более живой, не дают вам возможность почувствовать себя более ценной, более значимой и так далее. Вот. Что это означает? Ну, это означает, в первую очередь, то, что вы выстраиваете отношения с своим молодым человеком, ну, как-то вот не совсем конгруентно своим внутренним качеством, своим внутренним, так сказать, настроем, своим желанием, своим потребностям, своей натуре. То есть вы себя с молодым человеком, видимо, ограничиваете. Может быть, вы боитесь его потерять, может быть, что-то еще. Вот вы говорите, что вы его сильно любите, насколько сильно вы его любите. Может быть, вы чересчур в нем растворяетесь. Такое тоже вполне себе может быть. Вот. То есть здесь исключительно вот такая история, такой момент. И, на мой взгляд, нужно вот на это обратить самое пристальное внимание вам. Потому что иначе эта тоска, она может, соответственно, развиться и привести к тому, что вы либо отношения разорвете с мужчиной, с которым вы сейчас находитесь вместе, либо совершите поступок какой-то, либо он начнет вам не доверять, либо ссоры начнутся, скандалы, подозрения и так далее. То есть, да, вот уже сейчас вам не мешало бы вдвоем обратиться к семейному психологу и вместе с ним поисследовать, что вам недостает в отношениях, и, возможно, как-то себя более полно, что ли, раскрывать, более полно, что ли, реализовывать. Вот, в этом опять же нет ничего плохого, в этом опять же нет ничего ужасного, нет ничего страшного. Это абсолютно естественно, абсолютно нормально. Вот, нужно только, наверное, набраться какой-то смелости, такой, чтобы это сделать. Вот, ну а если есть страхи, то с этим можно тоже разобраться. Я думаю, что в этом вам поможет любой специалист, которого вы выберете на нашем ресурсе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.